Всем привет, ребятки. Сегодня я, как обычно, я Бочка из Майнкрафта. Сегодня мы будем играть в World of Tanks. А именно, обозревать китайскую премиумную ПТ-шку. Сейчас мы нацепили камуфляж, мой любименький. Так, вот давайте еще пока там в выпуске поменяем вот тачку мою. А то я все время забываю. Так. Ну, я хочу показать ее цитаты. Сейчас откроем контейнер, подождите, конечно. Так. Ну, что могу сказать вам насчет этой ПТ-шки? Хорошая прочность, 900 единиц. Урон 160. Перезарядка. А 9... Ой... 6 секунд. Давай пробитие 125. Это нормально. Бронирование там что-то вообще о нем говорить. Ну и скорость высокая. Да. Бронирование тут как бы да. Смысл показывать его. Это прям 1540. Перезарядка 6,2 секунды. Я вот такое вот пробитие на бронебойных калиберах и фугасах. Разброс маленький у него, что позволяет стоять на полкарты. И давайте мы попробуем на нем сыграть бой. Так, а давайте в обычном бою. Там быстрее в бой загрузимся. Я хочу сказать, этот танк он не будет за счет своего урона, скорости и КД. Да. Типа да. Умеет зимовать. Но фугас, конечно, бьет вот только так. Так, как вы видите, на деле скорость еще выше. И забыл сказать, что маскировка тут такая себе. Я уже до него не засветил. Да. Ну ладно. А попытаемся мы поиграть на вот этой позиции. Может быть, что-нибудь там может получиться. Ну-ка. Так, он нас видит. Или не успеть бы? Нет. Не успел. Тихо, убил! Вот по-прежски в бабилаге их не стрелять. Опа-на! Ну вот о чем я вам и говорил. Фугасы бегут
танк это танк, как что и есть. О, такая круга. Лакомый кусочек. Сзади. О, смотрите, как Черчилль стоит, а там такой. Меня больше всего волнует, что на... Опа, забрали. Что на чистой фланге, по-моему. И только где набьем его. Yes. Отлично. Посмотрите, как он убил. Ух ты. Мы его должны определить. Да. За счет быстрого КП мы не будем танк помочь и не стрелять. Да, стоит. Да, вот что у нас на канале будет смотреть. Ну-ка, не успел я. Сосед его за самое что такое себе. Ну да, это было ожидание. И в итоге я сделал 3 правила. Хотя я думал, я выжил. Но та я пришел уже собрать мира. Потому что я поддержка картонная. Вот 1468 урона наколотил. И он фармит. Да. Но кашка больше меня нанесла. Все, что этого было ожидаемо. Да. Ну и кому интересно, я покажу вам сейчас его броню. Сопровождите, я найду тут только. Ну вот, кому интересно, лоб, двое, лоб, башни 25, борт 13, корма 19. Лоб. Корпуса 25, борт корпуса 13 и корма 13. Как бы да. Поэтому сзади нас фугасами побивать только так. И в следующем выпуске мы с вами будем обзывать другой танк. Вот, как видите, максимальный урон, который я нанес за 3 боя, это 2629. Это был, по-моему, мой самый первый бой, в котором я занял первое место по урону. Да. Вот они. Медальки мои. Так. Повысим ранг. Ну и вот, собственно, там. Танк, как по мне, клёвый. Быстрые все дела. Ну и давайте напоследок крутанём рулеточку. Сейчас только найду. Вот, на могильщика. На удачу, как говорится. Ну, как обычно, что? Всегда падает первым серебром. Какой смысл от этого ивента? Типа, ну, какой? Ну, да... Загорал медь опытка. Ой.
сегодня и все. Ну, прикольно так. И в следующий раз, ну, не говоря, выпуск, мы будем обозвать Бизона S45. Ну, он мне меньше нравится, так как броня у него только чуть-чуть башня. А потом мы будем сами обозвать этот танк. Да. Ну и все. На этом у меня все.